Уже второй раз Щелковский район открывает свои двери для гостей из городов-побратимов. Международный фестиваль спорта и искусств в 2016 году решили посетить делегации из Польши и Словении. Кроме того, приехали на праздник и школьники из городского округа Химки. Соревнования длились 3 дня. За это время жюри определило победителей в нескольких номинациях. В спорте лучшими оказались воспитанники Монинской школы с первоначальной летной подготовкой. А вот в вокальном конкурсе никто не смог сравниться с ребятами из словенского города Целли. Тем не менее, главный приз игры достался гостям из Химкинского лицея номер 17. Они показали стабильные успехи как в искусстве, так и в спорте. Но кроме соревнований, организаторы подготовили для участников и развлекательные мероприятия. Ведь главная задача фестиваля вовсе не выяснить, кто лучший, а помочь ребятам из разных городов и стран найти общий язык. Самая главная цель, к которой мы стремились, это объединить ребят, чтобы ребята подружились, завели контакты между собой. На мой взгляд, она удалась. За 3 дня учащиеся действительно успели подружиться, но как ни грустно, даже все хорошее когда-нибудь заканчивается. Тем не менее, организаторы фестиваля заверили участников, руководство района намерено провести праздник и в следующем году. Поэтому у каждого будет замечательная возможность снова встретиться в Щелковском районе со своими друзьями. Мария Смирнова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».